Всем привет, друзья, подписчики мои. Нас уже 40 тысяч с вами. Ух, блин, прям как здорово. Некоторые, наверное, скажут, что уже второй год, скоро третий пойдет в конце этого года. Скажут, ну 40 тысяч это мало. Но зато у меня, ребят, все живые, без накрутки. Пускай будет медленно, но верно. В общем, ребят, я решил вот так вот, чтобы от меня какая-то там вам, ну, какую-то приятность маленькую сделать. Давайте каждый 10 тысяч, начнем с 50 тысяч подписчиков. В общем, ребят, за каждых 10 тысяч подписчиков будем дарить $100. Самому активному участнику, самому активному подписчику. Как можно выиграть эти деньги? Вам нужно просто написать комментарий и подписаться в Телеграм. Чей комментарий больше наберет лайков, тот и выиграл, все по-честному. Так что вы уже начинайте, тренируйтесь, вот, потому что сегодня-завтра уже будет нас 50, и одно из видео, как я выпущу и скажу, за это видео, чей комментарий больше наберет лайков, тому и отправим. Отправлю сразу там. В течение, допустим, одного дня будем ждать, сколько лайков наберется там. Ну, посмотрим. 1-2 дня максимум, вот, больше ждать не будем. Либо за 12 часов, чье комментарий больше лайков наберет. Вот, потому что если там, сейчас пока у нас так, аудитория не такая прям большая, я думаю, за 12 часов, может быть, не успеют пролайкать люди. Вот, ну, может быть, там в течение дня, да? Посмотрим по комментариям, как вообще идет. Допустим, вы написали комментариев, и под вашим комментарием 10 лайков. У кого-то 20, у кого-то 30, у кого-то 50. И вот у кого больше лайков будет за ваш комментарий, тому без разговоров. В любую страну отправлю $100. За каждых 10 тысяч подписчиков. По поводу Ютуба, ребят. Сейчас Ютуб очень... Монетизация в России отключена. И, если честно, вообще мало сейчас капает. Ну, вообще, можно сказать, даже ни о чем. А время уходит очень много. Но я всегда делаю на перспективу. Потому что в дальнейшем, я думаю, что свои плоды будут. Вот. Да, кстати, ребят, специально сегодня приехал пораньше на работу, чтобы вам рассказать, как бы, ну, полезную информацию, как всегда. Значит, в последнее время, ну, особенно этот год, с того года начиная, прям вот очень много люди прям бросают, продают все свое последнее. Вот. С России даже, ну, такие города, как Москва. Ну, вы там маленькие города не знаете, я поэтому скажу, там 15 километров от Москвы, чтобы вы уже сразу поняли. Вот прям продают дома, все. Вы сейчас подумаете, что я про корейцев говорю. Нет, чисто русские, русские, вот там. Не этнические корейцы, чисто русские, вот. С детьми приезжают, прям с маленькими, вот все, навсегда жить. Ну, не знаю, как это у них все так происходит, но, видимо, не от хорошей жизни. И вот я уже понаблюдал, проходит уже где-то 7-8 месяцев, 7-8 месяцев, и они вообще, им здесь здорово, говорят, ой, вообще нам настолько лучше. Один там работал, в общем, механиком, тоже от Москвы, недалеко, получал всего лишь 45 тысяч рублей. Там, говорит, ком-услуги почти 8-10 тысяч, ну, продукты, в общем, выживал, люди выживают. Вот вроде бы все природные ресурсы есть в России, но люди выживают. А в Корее только одни камни, но зато зарплаты очень хорошие. Для тех, как гастарбайтеров, как в России говорят, гастарбайтеры, ну не знаю, как говорят в Казахстане, в России говорят гастарбайтеры, вот для нас, гастарбайтеров, очень хорошо здесь вот. И на сегодняшний день, вот кто физически сильный, как бы работу не боится, ну, у кого ничего там, как бы, со здоровьем проблем нету, они могут такую работу идти, допустим, где немножко физическую силу надо иметь, да, ребята, физическую силу, и там уже платят от 3000 долларов, вот сами посчитайте, я не знаю, сколько сейчас рублей будет 3000 долларов, вот 45 тысяч рублей или 3000 долларов, да, это я вам средний говорю, средний. Конечно, если у кого-то, у какого-то мужчины там или у женщины со здоровьем немножко будет слабо, там, ну, там что-то не может долго сидеть, кто-то не может долго стоять, вот, конечно, надо идти только на завод. На заводе здесь вообще для любого человека могут найти работу, даже для самого ленивого. Но, соответственно, зарплата будет минимальная, 9620 вон. Вы сами переводите на свои деньги, есть такой курс,
в Google зайдете, корейские деньги забивайте, и на свою, в какой вы в стране, вам покажут в час, сколько выходит. Это самое минимальное, меньше вот, ну, просто нету. 9620 вон. Вот. Теперь сейчас скажу хорошие работы. Значит, у кого, кто уже физически подготовлен, такой, ну вот с детства он такой, ну, мощный, короче, там ничего у него не болит, он все может. Он может, ну вот смело, не побоюсь такую цифру, от 5000 долларов. Это прям вот реально от 5000 долларов. Тоже я не говорю сейчас про этнических корейцев, я говорю про всех общих мужчин. Вот. Но нужно работать, я вам скажу, блин, ну, пахать надо. Я вот первые здесь 5-6 лет тоже работал как черт, очень сильно работал. Вот. Но я всегда работаю на перспективу. И на сегодняшний день, ну, уже как бы я так сильно не работаю. Вот. Быстренько-быстренько там пару объектов сделал, денег заработал и на рыбалку отдыхаю. Вот. Поэтому первые 3-4 года я вообще даже не мог какой там YouTube снимать. Даже телефон достать боишься, потому что от тебя сразу просто, ну как, без работы останетесь. Вот. Здесь они говорят, нарезают, там чаля говорят. Вот. Что вам еще интересно рассказать? Ну, в общем, я... А есть единицы, которые вот посмотрели мое видео и говорят, что давай с тобой встретимся, отношения будем выяснять. Там они с семьей приехали. Я не знаю, о чем он думал, этот мужчина. Он в группу пишет, матерится, там голосовые отправляет. Ну, в общем, я в одном из видео вам как-то рассказывал. Вот. Такие тоже, в общем, есть. Те, кто в своих силах, вы не уверены, ну, Корея не для вас. Она не любит ленивых. Здесь любой, даже вот самый миллионер, который тут, ну, имеет там, не знаю, несколько домов там еще, ему вообще не падлу там бутылки собрать, пойти сдать, коробки пойти сдать, собрать. У них менталитет вообще другой. Вот. У моего Саджана несколько этажных домов собственности. Он работает как черт. Вот честно вам, как черт работает. Несколько новых машин. Ну, в общем, если... В нашей стране такой будет директор, он даже веревку не поднимет. А он прям мусор собирает. Вот, допустим, вы что-то поели, фантик выбросили, да, он ему не впадлу пойдет, там подберет. Вы бутылку выбросили, он придет, поднимет, в мусор отнесет. Даже ничего не скажет. Ну, потом, если надоест, конечно, он скажет. Вот. Ну, в общем, что хочу сказать, что они лишний раз тоже, ну, не говорят. Вообще такие невысокомерные они, вот. С вами вместе будут кушать за одним столом. Вот, допустим, взять тебя обратно же Россию, когда я тоже там работал, вы еще там, чтобы директор с рабочим вместе кушал там за одним столом, ну, там какое-то там правило этикета есть или еще что-то. Вот такие дела. Ну что, ребят, поснимаем с вами работу, и на этом все. Время уже, а то 8 час. Буду тихо-тихо начинать работать. И, ребят, сегодня такие два объекта сдаю. Сделали за пару дней. Сейчас поднимемся, посмотрим второй этаж. Кто следит за моим видео, тот в курсе. Вот такой профнастил. Но это не совсем профнастил. Ну, не знаю, как по-русски правда будет называться. Вот. Лестницы установили. Сейчас мы вот здесь сваркой их прихватим, вот здесь сварочкой, чтобы они не упали. Вот, все вот эти места. Потом сюда сверху будет заливаться бетон на этом уровне. Вот так вот бетон зальется, толщина. И они будут как будто бетонные, но на самом деле они вот стальные. Полы уже вот эти у нас под бетон сразу готовые. Мы их только красим, грунтуем. И под покраску. Поднимаемся на второй этаж. Там, где трубы стоят вот эти, это у нас санузел будет. Вот здесь заказчик заказал туалет сразу. Второй этаж, жилая зона. Это будет, как вам сказать, общежитие будет. Вот. А там будет рабочая зона. Люди вот так сейчас строят два этажа. Вот. Осталось мне немножко доварить еще, видите? Вот это вот все варил хозяйство. Одно и то же, что показывать, как варить. Вот, немножко осталось. Вот.
все собираем, собираем немножко. Сегодня, завтра закончим. Ну, завтра, я думаю, обедом закончим. Вот был дождь, хорошо накрыли аппарат вот этот, плазму, который режет металл. Каска намокла, но ничего страшного. Вот. Все дырки потом вот эти пеной заделаю. Вот эти все дырочки, чтобы бетон не вылез. То есть бетон, чтобы не убежал, наверное, вот так правильно будет. Здесь стелится арматура наверх. Какой хозяин шаг там за квадрат заказывает, 20 на 20 ячейку или 30 на 30. И, в принципе, ребят, все. Вот. Болты уже все накручены. Осталось только их затянуть специальным импеком, который срывает голову и определенное усилие накладывает. Вот он их закручивает намертво. И все. Вот так ступени все подогнали ровно. Видите, как ровно. И все заварим сейчас. Это тоже все подогнали туда-сюда. Все будет бетон заливаться. Ну что, ребят, давайте пишем комментарии, ставим лайки. Буду снимать обязательно интересное видео попозже. А это чисто вам рассказал, что какие подарки будут от меня. Надеюсь, вам будет очень приятно. Ну, конечно, $100 тоже небольшие деньги. Некоторые тоже опять скажут. Всегда находятся такие хайкеры. Ну, пока я как могу, больше не могу. Вот. Зато, если я сказал, я свое слово держу всегда. Вот. Так что все. Жду подписку в Телеграме и комментарии. Давайте начнем с этого видео. И погнали до 50 тысяч. Пока.